Сегодня у нас поездка на снегоходах в горы. Остановились вот на такой лесной дороге, начинаем разгружаться. Сегодня у нас 4 снегохода, 2 капитана, Динго, который с нами был на прошлой поездке, Десси, и этот Ирбис SF, тоже 150, с доработками, про которые тоже мы рассказывали. Короче, наша старая команда, к нам сегодня присоединился Павел, вот у него остался капитан. Сегодня у нас такой интересный маршрут. Мы поедем на разведку по Камаринскому хребту. Достаточно серьезное будет испытание для снегоходов, потому что там будут перепады, горы и так далее, красивые виды. Такой маршрут, конечно, надо ехать с ночевой. И сейчас у нас будет просто такая пробная на разведку. Мы посмотрим маршрут, прокатимся. Дневной будет у нас, дневная поездка, один день всего. Вот такой вот стелс-капитан к нам присоединился, нарядный, упакованный весь, прикольно. Ну, классных видов, хозяин за ним следит. Потом расскажет, сколько ездит на нем, сколько прошел, как эксплуатируется. В общем, тоже послушаем его мнение. Кстати, только сейчас заметил, это же на короткой базе, прикольно. Ну, то есть у меня длинная база, это короткая. Мы посмотрим, будем сравнивать все равно в наших поездках, как они идут. Наконец-то все готово. Техника прогрета, все собрано в дорогу. Последние минуты перед стартом важно ничего не забыть. Поэтому в последний раз проверяем, все ли на месте, и выкатываемся. День сегодня, хоть и солнечный, но морозный. Очень важно одеться соответственно, иначе поездка превратится в испытание. Дорога первые километры широкая и накатанная, поэтому мчим с удовольствием, поднимая снежную пыль за собой. Природа у нас уникальная. В нескольких километрах отсюда, ближе к Байкалу, снега почти нет, так как его там выдувает ветер. А здесь, в лесу, и тем более на склонах таежных сопок, можно увязнуть по пояс. Первые минуты поездки ждем наших. Начались такие затяжные, такие адские подъемы. Ну, те, кто был в Хамардабане, они знают, как дороги здесь проходят. То есть он очень длинный и подъем затяжной. Если с Култука заезжать на Камаринский хребет, то там подъемы будут не такие длинные, как здесь, но они очень крутые. И те, кто ходил, знают, дороги там, машины-то еле заходят. Поэтому мы выбрали маленько другой путь. Он более длинный, но затяжной. Конечно, камера не передает саму крутизну. Ну, такой средний подъем, но он уже вот идет несколько километров. Мы поднимаемся все в гору, выше. Офига, здесь гора вообще нормальная. Прямо в натяг идут наши снегоходы. Оттуда виды открываются уже офигенные. Мы все в гору пилим. Но машины уже здесь, не знаю, они, наверное, не ходят. Вот снегоходный след идет. Еще тянут, едут. Жалко, уклон не видно на камеру, ну, обычно. То есть сложно оценить. Но здесь крутой подъем. Вообще крутой подъем. Прикольный маршрут. Приходится преодолевать сопки. То есть такие резкие подъемы, спуски. Для снегоходов, конечно, нагрузка колоссальная. Но что ж поделаешь. Конечно, сюда с санями будет тяжело ехать. И я смотрю, ну, что за трасса, да, вот тот, кто тропил, конечно, честь и хвала человека, ну, проделал колоссальную работу. Здесь тропить тяжело, потому что ты в гору идешь с поворотами, он еще с санями, ну, не знаю, тропил-то, может, без саней, потом, вот, ну, по пробитой дороге, конечно, проще ехать. Ну, останавливаемся, ждем друг друга, потому что, мало ли так, что где-нибудь на подъеме встанет. Вот, остужаем немного двигателя сейчас. Мы еще даже пока не поднимаемся. Мы только подъезжаем к Комару, к этому хребту. Мы еще в него не поднимаемся. Так что там то ли еще будет впереди.
встали в горку маленько, отдыхаем. Там что там со снегоходами, у нас то одно, то другое. То не едет, то что-нибудь случится у всех помаленьку. В общем, маршрут до метеостанции и Пикачерского нам знаком. Но заезд со стороны реки Быстрой и трек по Комаринному хребту мы проходим впервые. В этих местах каждый год люди заготавливают кедровую шишку и орех. Поэтому проложено множество дорог и организована куча стоянок. Там, где много ореха, там полно медведей. Везет нам, что все косолапые залегли в зимнюю спячку. Только следы косули иной раз пересекают дорогу. Гул моторов слышен на большом расстоянии, предупреждая местных обитателей о нашем приближении. Поэтому никого из животных увидеть в этот раз нам не удалось. Выскочили на хребет. Тут немного устраняют неполадки мужики. Отсюда открываются офигенные виды просто. Мы уже на самом Комаринском хребте находимся. Только что прошла развилка. Вот там по низу идет тропа туда на метеостанцию, на Пикчерского. Мы идем по верхам, мы идем по самому Комаринскому хребту. Хамардабан расположен на территории 7 районов Бурятии, слегка захватывая Слюдянский район Иркутской области. Водораздельные хребты являются естественными границами этих административных образований. Вдоль северных отрогов по берегу Байкала и левому берегу реки Селенги проходит Транссибирская магистраль и федеральная трасса. Склоны Хамардабана, примыкающие к юго-западному берегу Байкала, являются самым влажным местом в Прибайкалье и отличаются богатой растительностью. Наиболее популярной и доступной вершиной является Пикчерского – 2090 метров над уровнем моря. Ежегодно его посещают тысячи туристов. Собственно, мы сейчас едем по направлению к нему. Зашли вообще в крутую горку, ну прям вообще конкретно, еще с поворотами особо не разгонишься, ну, конечно, наоборот, такие маршруты прикольные. Отсюда вообще открывается фантастический вид, там вдалеке Байкал голубой, мы стоим как будто над вершинами кедров, вообще, это вообще неописуемо просто, ну реально прикольно. Верхушки кедров здесь, и там дальше такой распадок идет, и Байкал вдалеке. Очень красиво. Нас догнала еще одна команда на снегоходах, уже на больших, несколько человек. Вот, едем в одном направлении с ними. Сегодня у нас день поломок. Бывают такие времена, когда техника просто отказывается работать. Уже какой раз разбирают карбюратор, смотрят, поплавки поднимают, опускают. В общем, не едет что-то он. То один не едет, то второй. Вот компания, которая нас догнала на снегоходах. В общем. Нет. Мы идем по хребту, по самой вершине, и остановились, вот если посмотреть направо, там сопки, пойдем поснимаем его сквозь деревья, как смотрятся горы. О, офигенно, как красиво тут.
соскочили еще на одну горку. О, вообще такие виды. Здесь горы Хамардабан с правой стороны. Прям такие. Сзади там вдалеке Саяны видно. Жалко, наверное, в камеру не увидеть. Вообще прикольно. До метеостанции недалеко осталось. Уже все по горам. Горы, горы, горы. Ничего, снегоходы везут пока нормально. Спуск к метеостанции оказался очень крутой. Дорога шла серпантином. Думаю, у нас у всех были одинаковые мысли. Как будем подниматься в этот подъем? Ну а пока радость от того, что мы достигли поставленной цели. 30 километров нам пришлось преодолеть, чтобы попасть сюда. Нижняя тропа почти вдвое короче. Чуть позже, когда выпадет достаточно снега, снегоходчики и там проложат дорогу. И мы обязательно проедем круговым маршрутом по этим чудесным местам. В планах приехать сюда с ночевой, чтобы подняться на пик Черского, спуститься к водопадам. Ну вот мы на метеостанции, на турбазе. Как красиво здесь. Хорошо. Мы ненадолго заскочили. Сейчас мужики покушают. За ними там вдалеке виднеется чертовы ворота, перевал. Там чертово озеро. Вот. Хамардабан. Хранитель вот такой беседки, которая находится на краю обрыва, можно сказать. Красиво отсюда полюбоваться. Ну все, мы потихонечку сворачиваемся. Вот туда, кстати, дорога уходит на пик Черского. Вот тропа. Вот вторая команда, которая с нами ехала, они здесь будут ночевать, дальше поедут, говорят, чертово озеро, туда пойдут, не знаю, каким образом. Вот, это наша команда, собираемся в обратную сторону. Конечно, сейчас жесткая гора будет, вообще капец. Время 4 часа дня, вот, должны до темноты мы успеть доехать. Вот такой вот вечерний Хамардабан, закат. Приедем мы, наверное, уже по темноте. Но не можем просто не остановиться и не полюбоваться вот этими видами. Солнце зашло за горы. Наше путешествие подходит к концу. За сегодня мы преодолели около 60 километров. Кучу подъемов и спусков разной крутизны. Прошли очень живописный маршрут. Друзья, спасибо всем, кто поддерживает канал в это нелегкое время. Работа с видео отнимает много сил и времени, и мне приятно, когда вы оцениваете мою работу. Любая финансовая поддержка канала мотивирует меня создавать больше видеоконтента и открывает больше возможностей. Особенно сейчас, когда ремонт и обслуживание любой техники стоит немалых денег. В планах многодневные походы по льду Байкала, экстремальные поездки в Саянские горы. Поэтому не забудьте подписаться, нажать колокольчик, чтобы вовремя получать уведомления о новых видео. Будьте здоровы, берегите близких и путешествуйте вместе с нами!